Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Я тут слегонца приболел, но это не помешает нам сделать нашу традиционную закупку сокровищниц. Вчера добавили новые сокровищницы. Ну, вчера, сегодня, вот ночью, короче, добавили, да? И сейчас мы посмотрим, что же добавили. Вот она, новая сокровищница. Заходим в нее. Я посмотрел все сеты. Сейчас мы тоже с вами посмотрим. Мне очень понравились. Молодцы. То есть, чисто все сеты сделаны, просто великолепно сделаны. Вот мы видим отличный сет на Акса. Очень красивый. И заметьте, вот почему-то такой стиль. Видите, рога, да, баран. А, может быть, это стиль 2015 года. Козла барана. Может, за этого... Потому что у котла, видите, тоже намек, видите, вот эти вот рога и так далее. Очень красивые сеты. Очень красивые. Потом Венга идет тоже. Похоже очень сильно на Пака. Реально, это Венгапак. Пака-Венг. Нет, да? Ну ладно. Нет, так нет. Дальше идет Нукс. Нукс очень хороший герой, но я за него очень редко играю. Ну, красивый все равно. Такой, видите, модный Нукс. Далее у нас идет Луна. Это вообще, ее так редко пикают. Это ужас. Тоже красивенький. А почему нету точки? Обычно у животных здесь должна быть точка черная. Не, ну реально, да? Когда ты видишь там нарисованных кошек, у них всегда точка. Помните рисунок Путин рисовал, да, в каком-то учебном заведении? Помните, прославился его рисунок кошки? Он там с точкой рисовал на жопе. А здесь нету. Значит, это фейк. Это фейковое животное. И Квапа тоже. Это, с недавних времен начал играть за Квапу. Все чаще и чаще. Тоже очень сильный герой. Отличный АОЕ прокастер. Короче говоря, давайте посмотрим теперь редкие сеты. Тоже красиво. Ну, я говорю, все 8 итемов. Ну, получается, 7 сетов и одна Кура. Просто великолепный. 5 с плюсом. Вот мы видим на Свена. И курица тоже такая шикарная. Я вот когда ее увидел, знаете, она мне что-то напоминает. Я не могу понять, что. Вот какой-то такой стиль. Стиль существа, которое я видел в игре. Может быть, Моровин, может быть, Скайрим, Обливион. Но я вот не знаю, но мне она очень нравится. Вот за последнее время такого не было. До этого мне нравилась только одна Кура. Это Робокоп этот. Тинкербот. А теперь мне это нравится вот эта вот Кура больше всех. Она просто, говорю, шикарно замораживает. Взгляд. Очень красивая Кура. Давайте сделаем покупку двух сокровищниц. Куда же без них. А потом или мы их разыграем, или я потом их просто продам, или буду ставить ставки, использовать их для ставок. Котел, да, за котла я тоже часто играю. Мы видели великолепный сеттинг. Давайте откроем его. Котел. У меня уже много наездников. Ездовых животных есть, смотрите. Это оно? Нет, оно не появилось. Ну-ка еще раз, снаряжение. Мы еще не одели, да. Извентиляюсь. Надеть весь набор. Вот он наш великолепный котел. Я говорю, вот у него очень красивое ездовое животное, просто шикарное. Идем в магазин и покупаем еще один сундучок. Сундучок. Давай, удиви меня. Покажи мне эту красоту. О, Венгуля. Венга. Очень красивый сет на Венгу. Love of Terror, видите, там еще есть счетчики тоже отличные. Я говорю, что я за всех героев играю одинаково. Часто. Прошли те времена, да, когда там были какие-то герои-фавориты. Типа раньше спрашивали, за кого ты любишь... Нет, какой у тебя любимый герой? Это мог говорить там Пуч, там, да, был любимый герой. Потом Кунка долгое время. Сейчас уже все по-другому. У меня все они любимые стали. То есть... Я могу там день поиграть чисто за этого героя. Нашел какую-то новую фишку такую, придумал, новую сборку. И за него позатрачиваться. Потом за другого. Венга отличный герой. Так. Арсенал, надеть все. Великолепный герой Венга. Очень хороший. Как кэрри, так и саппорт. Я говорил, да, красивые крылья напоминают очень сильно Пака.
Так, возвращаемся в магазин. Все. У кого есть лишние деньги, я вам рекомендую, покупайте отличные сеты. Я говорю, что любому сету я был рад. На Акса красивая. Куропатка не выпала, но шансы минимальны. Мне еще ни разу не выпадали вот такие вот редкие, случайные, дополнительные награды. Ни разу не... А, нет. Один раз выпадало, вру. Там сундук дополнительный выпадал. И в нем лежал сет. Дорогой сет на кунку. Легендарный. Я, конечно, хотел бы такую курицу, но если что, потом ее куплю или сторгуемся на площадке. Ну все, всем спасибо за просмотр. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.